1 июня в Сарове стартует проект «Лето в городе, лето в парке». С 11 часов саровчан ждут в парке на улице Сосина. Там откроется выставка «Семейная история». Ее организует территория культуры «Росатома» совместно с агентством «Выставком» в 26 городах страны. Экспозиция будет размещена на заборе детского парка. Экспонироваться она будет 24/7 под открытым небом. То есть в любой день после открытия можно прийти и ей любоваться. Выставка собрана из произведений на тему семьи и детей. А в ее экспозицию вошли картины выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 века, чьи картины хранятся в крупнейших музеях нашей страны. После открытия выставки гостей ждет игровая программа и конкурс рисунков «Моя семья». С 15 часов организаторы подготовили множество активностей уже в парке имени Зернова в честь Дня защиты детей. На танцевальной площадке пройдет концерт творческих коллективов. Также нас ждут игры на танцевальной площадке, фримаркет – это свободный обмен играми, игрушками, книгами для детей, и выставка «Города мастеров». Там же на танцевальной площадке по окончанию Дня защиты детей в 18:00 в рамках музыкальной субботы стартанет проект «Ретро-танцплощадка». Это уже полюбившийся для старшего поколения проект, на котором звучит музыка 60-х, 80-х до современного времени. В 19:00 на плавучей сцене набережной реки Сатис пройдет концерт преподавателей детской школы искусств «Настроение лета». На нем прозвучат знакомые широкой публике композиции в оригинальных и современных аранжировках. Кульминацией вечера станет выступление с огненным шоу группы «Дракарис». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.